Привез. Деньги покажи. Давай сюда. Сначала деньги. А ты что такой подозрительный, Иннокентий? Добрее надо быть. Людям надо верить. Погоди. Тыльной стороной. Как видишь, мне ничего не стоит свернуть тебе шею, ничего не платить. Но я предпочитаю вести дела честно. Держи. Да, характер у тебя есть. Подумай, как его лучше применить. Кстати, может быть, пару тем для разговоров. Не может, с меня хватит. Как знаешь, тогда мы друг друга не видели. А я грибов в лесу вообще не вижу. И мы выходим на поляну. И я смотрю, ну, такой бугорок там еще. Прошу простить меня великодушно. И игумен очень обеспокоен. О, а мы как обеспокоены. Я вот только не вижу здесь стоимости иконы. Посмотрите на обратной стороне. Ничего себе. Леша, попроси-ка снять копию. Ну что, Нина, написали, нет? Чудненько. Семен, можно тебя? Полюбуйся. Довольно подозрительные таблетки. Нина. Да. А почему вы уехали из Москвы? Домой захотелось вернуться. А почему вы остановились не дома у мамы, а здесь? Это никакого отношения к краже не имеет. Да, ну, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Пойдемте, пройдемся. Вам не холодно? Нет. Нина, вы наркотики не употребляете? Наркотики нет. Скажите, это ваши? Да, мои. Чудненько. Где икона? Ну, рассказывай, рассказывай. Кому передала? Кому? Ну, давай, открывай. Давай, давай. Да вы что? Да садись, садись. Садись, садись. Да вы садись, что? Ничего. Ломка начнется, сама расскажешь. Думаешь, она? А что тут думать? Подсела на наркоту. Деньги закончились, вот она и вспомнила о старом учителе.
Пойдем, надо поговорить. Акеш с Ниной очень близки, это же родные, брат и сестра. Ну, может быть... Вы понимаете, пропала икона 17 века. Это кража в особо крупных размерах. Кеш, подойди, следователь хочет с тобой поговорить. Скажи мне, пожалуйста, когда ты последний раз видел свою сестру Нину? Нину? Не помню. Ну, при пожаре, наверное. При пожаре. А она не говорила, зачем она приехала из Москвы? Нет, а что? Не говорила. Замечательно, чудненько. Не говорила. А вы не замечали, что она ведет себя в последнее время как-то странно? Да все мы замечали. Это правда, ее в последнее время как будто как подменили. Давайте тогда на чистоту. Вы знали, что Нина принимает наркотики? Что? Нина? Наркотики? Да нет, ну, она... нет. Не знали. Чудненько. Чудненько, чудненько. Подпишите. Так что мы привлекаем ее по делу о краже иконы. Мера пресечения – содержание под стражей. Зачем под стражей? Кеш, ну не лезь мне в свое дело. Подпишите. Подписывай. Да вы не волнуйтесь так. Не виновата – отпустим. Виновата – пойдет под суд. Так вот, уважаемые граждане Ильины, ну все. Всего доброго. Господи. Как же я от вас, от всех устала. От этого сада, от этого дома, от вас, от всех. Ничего. Скоро дом продадим, разъедемся, отдохнешь. Кстати, если не на подследствием, то, может быть, ее согласие на продажу больше не требуется? Слушай, ну ты стерва, Машка. Сестра в тюрьме, а ты только о деньгах и думаешь. Маш, ты действительно как-то круто забираешь. А кто виноват в том, что ее арестовали? Я? Ты? Может быть, Кеша? Вы посмотрите, что она здесь устроила. Может быть, про пожар напомнить? Ну, хватит, Маш, без тебя тошно. Какие жалостливые. Не смотри на меня так. Приехала эта выскочка, все здесь ног на голову поставила. Моя Ниночка, Ниночка. Она наркоманка наша Ниночка. И воровка. Я Глеба теперь хорошо понимаю. Слушай, заткнись, а? Дура. Сам придурок. Значит так, Нинка хотела свою долю наследства, прекрасно. Быстро все продаем, делим. И пусть она тратит свои деньги на залог, на адвокатов, на дозу, на что угодно. Это единственное, чем мы можем ей сейчас помочь. Алена, это я пришел.
ты? Ты что здесь делаешь? О, какие люди. Салют. Слышь ты? Забери и отдай икону. Какую икону? Ты что, нанюхался? Женя, ты что делаешь? Ничего. Ничего. Все хорошо, малыш. Парень деньги зарабатывает. Балбес! Кеша, не ушибся, а? Отвали! Погоди, погоди, успокойся, Кеша! Что я тебя разбил? Фару? На! Погоди, погоди, Кеша! Откуда у тебя столько денег? Что случилось? Пусти! Да вошли вы все к черту! Да погоди ты, Кеша! Ну поверь мне, что бы ни произошло, все можно исправить! Ничего уже нельзя исправить. Кеша, Кеша, рассказывай все по порядку. Нину из-за меня посадили. Уходишь? Иди сюда. Так. Первое. Ты очень красива. Второе. Мне с тобой было очень хорошо. Третье. Я хочу увидеться еще раз. И четвертое. Это обязательно произойдет. Мне пора ехать. Женя, подожди. Скажи честно, ведь ты никуда не собирался со мной ехать? Малыш, давай без сцен. Честно, некогда. Послушай, ну, тебе было хорошо, мне было хорошо. Ты помогла мне в моем деле, я помог твоему Кеше, ну что не так? Ведь все хорошо. В каком деле я тебе помогла? Держи, заработал. Иди сюда! Езди из города поймаем. И что? Он на мотоцикле от тебя на раз уйдет. Вон он. Thank you.
что, родной? Жив? Здоров? Все на месте. Да, все. Давай, давай сюда. Кажется, он пришел в себя. Можно к вам? Странный вопрос. А сегодня вообще день странный. Точнее, вечер. Он решил спуститься к вам. Там наверху суета, бегают все с бумажками, а у вас здесь... Тихо. Вообще-то меня никогда не подводила интуиция, но в случае с вами вы свободны, Нина. Икону нашли, преступников тоже, так что примите мои извинения. Принимаете? Принимаю. Чёрненько. Спасибо тебе. Да и тебе спасибо. Мне вообще твоя бурная жизнь очень нравится. От собаки бегала, друга встретила, с моста прыгнула. Дом чуть не сгорел. В тюрьме посидела. Но я знаю, что ты еще не делала. Чего? Ну, например, не была у меня в гостях. Приглашение? Приглашение. Поехали. Недостроен. Сапожник без сапог. Аккуратно.
Извини. Ничего. Пойдем. Пойдем. Проходи. Я сейчас. Ну, здравствуйте. Вы проходите. Чай, кофе? Мой Володя такой несерьезный человек. Вы можете себе представить? Я жду его с 7 вечера. Юля? Чаю? Вы проходите, проходите. Нина. Нина! Никакого чувства юмора. Юль, что ты здесь делаешь? Я соскучилась. Вот приехала. Звоню тебе, звонил, ты трубку не берешь. А вот решила устроить тебе сюрприз. Мы с тобой уже все решили? Что мы решили? Володенька, да мы с тобой 3 года уже решаем. То одно, то другое. То сходимся, то расходимся. Давай просто выпьем чай и поговорим. Ты устал. Я же по глазам вижу, всю ночь не спал. Тебе нужно отдохнуть, собраться с мыслями. Уйди, пожалуйста. Маша, я не могу, у меня через час отгрузка, ты понимаешь, отгрузка. Я понимаю, мама. Ну? У меня загрузка, у меня очень важная встреча. Для кого важная? Для всех, мам, для нас всех. Ой, за душу. Даня, ложись спать. Я не хочу спать. Тогда рискуешь оказаться в углу, дети должны днем спать, мам. Я опаздываю на московский автобус. Ой, ну ладно, ладно, я уложу, позвоню Кеше, чтобы он подстраховал. Да уж, он подстрахует. Нет, ну совесть есть. Кто из нас его мать? Так, ну не начинай, я тебя прошу. Быстро в постель, я сказала. Телефон забыла. В постели, закрывай глаза, быстро. Давай пистолет сюда. Укладывайся. Вот. Ну, что там у вас?
Вот, пожалуйста. Ни дом, ни сад она продавать не хочет. Я не понимаю ее логики. Такая ситуация бывает только раз в жизни. Инвесторы предлагают серьезную компенсацию. Милая Маша, вы даже себе не представляете, что вытворяют, казалось бы, нормальные люди, когда дело касается вопросов наследства. Вообще, я считаю, что у каждого человека есть своя точка безумия, за которую он превращается в алчное животное. Если бы. С алчным животным можно хоть как-то договориться, а тут... Машенька, а хотите вина? Саша, давайте на мгновение забудем на всех делах и выпьем за вашу красоту. Здравствуйте, а мамы нет? Я Даня, а вы кто? Действительно, это правда. И я вам скажу, что это не единственный случай в моей практике. Да, была еще одна такая вредная старуха, которая прописала у себя в квартире трех нелегалов и терпела их до самой смерти. Представляете? А все ради чего? Ради того, чтобы сестре ничего не досталось. Но вы уверены, что наша ситуация разрешима? Несомненно. И что же для этого нужно? Да. Ладно, считайте, уже договорились. Вот и славно. Машенька, еще глоток вина за успешный финал нашего дела, да? Прошу. Асанте? Дань, вставай. Дань. Кеш, его здесь тоже нет, я иду в милицию. Нет, 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 ты никуда не уходи, ты побудь дома. Если он появится, пусть сразу мне позвони. Что случилось? Данька опять сбежал. А Маша где? Ну, она на встречу, у нее телефон не отвечает. Так он спрятался дома, наверное. Ну, нет его там. Так, давайте вы в милицию, а я на берегу поищу. Возьми папе. Ой. Может, пойти с тобой?
справлюсь как-нибудь без тебя. Ну что ж ты никак не угомонишься, Наташа? И столько лет прошло. Давай же, давай, ну возьми трубку. Ну возьми. Девушка, девушка, вам туда нельзя. Мне твоя помощь нужна. Что случилось? Племянник пропал. Прости. Я завтра буду. Пойдем. Пойдем наверх. Таня! 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 Что с тобой? У меня ничего. Тебе плохо? Бывает. Так, эти тоже ничего не видели. Может, в лесничестве поискать? Во-первых, это не наш район. А во-вторых, ты представляешь, какая там площадь? И что тогда делать? На станцию поедем. Может быть, там его видели. Оказался. Заблудился. Заблудился. От дела так. Ну, а мама твоя где? Дома, наверное. Дома. Хорошо. Ну, а телефон у мамы какой? Вот такой. Такой? А ты юморист.
Да. Ну, а папин телефон ты знаешь? Нет. Нет. Ну, как зовут его хоть? Игорь. Игорь? Точно Игорь, да? Алло, да. Кто это говорит? Данил Ильин, да, это мой сын. А, могу, но я в Москве. Ну, часа через два, да. Да, конечно. Конечно. Ну что, тебе уже лучше? Идти можешь? Угу. И часто тебя так прихватывает? Тебя вижу и сразу прихватывает. То с моста упаду, то в обморок. Да нет, я серьезно. Ну, может, там врачу показаться. Хорошо, все, могу уже идти. Игорь? Слава Богу. А где ты? Хорошо. Нашелся? Ну, пойдем. Это ты, что ли, Игорь, будешь, а? Я? А где он? Что ж ты, папаша, сынка-то своего не доглядел, а? Так вышло. Так вышло. Что-то легко у вас у молодых так все получается. Так а где он? Ладно, ладно, не ори. Там уснул. Давай, поднимайся. Он тут про тебя много порассказывал. А это правда, что ты в Австралии работал, а? Да, далеко ж ты от сыночка забрался-то. Ну, теперь давай, не теряй, забирай. Значит, мы сейчас в отделение разошлем ориентировки, а завтра с утра продолжим поиск. Нашелся он с тобой? Кто? Даня. Как со мной? Он же с тобой. Что случилось? Он сбежал, да? Ты где была? Ты куда смотрела? Я куда смотрела? Нет, мне нравится, это ты куда смотрела? Ты ребенка вообще совсем не занимаешься, ты мне его подбрасываешь все эти годы. Значит, я во всем виновата, да? Да ребенок брошенный, растет, ненужный никому. Вот он избегает, то маму ищет, то папу. Можно подумать, ты мной много занималась, только о своих мужьях и думала. Замолчи. Ты что ты мне дала, что все самой приходится добывать? Даже этот сраный дом продать не можем! Почему на звонки не отвечаешь? Телефон дома оставила. Да. Игорь? Какой Игорь? Да не. Алло. Скоро приедет. Ты знаешь, я хотел поговорить с тобой про ту девушку. Не надо, Володь.
Ну, не нужно это как-то объяснить, мне будет проще. Володь, не надо. Прошу тебя. Ладно. Посидим, помолчим.